Отменят или не отменят? Вот в чем вопрос. Речь о материнском капитале. До окончания нынешней программы выплат осталось чуть более 2 лет. Продлевать ли ее после 2016 года правительство еще не решило. Но пока программа действует, семьи продолжают получать деньги за рождение второго или последующих детей. Кстати, поддержка многодетным родителям идет не только из федерального бюджета. Накануне в Маргаушском районе вручали сертификаты на республиканский материнский капитал. Мама – это первое слово, которое мы, вообще все, наверное, все жители Земли на своих языках говорят. Это неспроста, потому что без вас не было бы жизни на Земле, в принципе. Сегодня в России тем, кто дарит жизнь второму или последующему ребенку, положена выплата чуть более 400 тысяч рублей. Еще 100 тысяч доплачивает регион. В Чувашии материнский капитал уже получили 48 тысяч семей. В Маргаушском районе таких пока около 1500. И сегодня в их полку прибыло. Экономиста, мать 2 детей. Сорокину Ангелину Аркадьевну. Как показывает статистика, в Маргаушском районе чаще всего деньги семьи тратят на улучшение жилищных условий. Это выплата кредитов, реконструкция домов, покупка квартир. Мама 3 сыновей Надежду тоже планирует вложить в недвижимость. После рождения 3-го ребенка нам дали сертификат 408 тысяч. Сейчас сегодня дали 100 тысяч сертификат. Мы потом это детям хотим купить в Чебоксарах квартиру. На 2-м по популярности месте образование детей. Такой вид вложения средств выбрали более 40 семей. Еще 3 семьям сертификат пригодился на содержание детей в детских садах. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика.